стандартной площади. Прострел, удар! И не забивает Краснодар. Великолепный был Марината Гильермо, который успел среагировать на этот удар в упор. Отбор остается. Еще удар! И вот момент! Худяков вытаскивает! Спасает! И через себя! Даниил Худяков, который здорово сыграл в этом эпизоде, сейчас выскочив из ворот и руками отбивает мяч на угловой. Элегантно убрал мяч на дальнюю штангу, подача и... Худяков! Ну ты посмотри на взгляд, ты видел этот взгляд Тихого в направлении юного голкипера Локомотива? Он не может поверить. Подача, проходит мяч и Марината Гильерме! Марината Гильерме закатал очередной овощ в банку и крепко закрыл. Негодует Гильерме. Ну просто герой. Не просто, точнее, герой, я хотел сказать, а герой матча. Лучший его игрок Дмитрий Сенников, наш эксперт, уже определился с выбором. Динамо не так много игроков, которые могут выиграть мяч головой. Впрочем, вот такая передача вполне может быть очень опасной. Так и было. И чуть-чуть буквально Федор Смолов не дотянулся до этого мяча. Гильерме вновь в игре. Ну, дотянуться-то он дотянулся, но удара по-настоящему такого сильного не получилось. Коснулся мяч буквально головы нападающего Динамо.